Здравствуйте, дорогие друзья, я рад приветствовать всех на своем канале. Вот у нас на окошке растет ананас. Мы 3 года назад покупали ананас в магазине, саму вот эту вот ягоду. Верхушку срезали и укоренили ее. И вот прошло 3 года, на 3-й год, смотрите, о чудо, ананас у нас завязывает плод. Наконец-то мы попробуем свой ананасик. Когда ананас... Я думаю, всегда любой фрукт, который срываешь с куста, и он вызрел на кусту, он всегда вкуснее. Конечно, он тут у нас растет в домашних условиях. Я не знаю, сколько он зреет, ананас, так как он начал завязываться. Как раз вот сегодня засекем времени. Сколько времени ему нужно для созревания. И, кстати, вот с этих вот, с этого же ананаса, с макушки, можно будет снова укоренить. Те ананасы, которые обычно... покупаешь в магазине, они всегда идут подмороженные, и не всегда получается укоренить макушечкой. Здесь вот можно как укоренить как макушечкой, так и вот этим вот стебелечком. Пробуйте. Может, у кого-нибудь получится тоже вырастить свой ананас с купленного в магазине. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До свидания. Когда созреет наш плод, мы обязательно снимем видео.